Итак, друзья, сегодня мы вышли чуть правее нашего обычного пляжа. Я вам что хотел бы показать. То есть для детей лучше, как говорится, не придумаешь. Вы знаете, как было раньше выбор, на Азовское ехать море или на Черноморское. Дабы вроде как детям классно, глубина, все, чтобы было не сильно глубоко. Вот, сейчас я вам кое-что покажу. Получается, на этом новом пляже, для нас новом, вот такая вот получается глубина. Сзади меня видно, да, где берег? То есть в чем прикол, что, во-первых, тут песчаный пляж, но единственное, в море как бы есть камни. Но они не торчащие, а вот именно гладкая, как поверхность, знаете, как будто бы кто выстилал. И вот я иду, смотрите, какая глубина сейчас. А уже от берега отошел. То есть, ну, на любителя, конечно, мы любим, конечно, поглубже. Но для детей это милое дело. Вот смотрите, сейчас я зайду и отсниму. А какие тут волны классные. Сейчас будет волна, я сниму. Вот. Водичка классная, теплая. Скорее всего, здесь и потеплее будет, потому что помельче. Вот где песчаный все-таки пляжик, тут я уже, можно сказать, по грудь опустился. Но дальше будут еще камни, которые позволяют как бы быть повыше. А вот смотрите, как мы от берега отошли, и все еще до сих пор я вот по грудь стою. Волны, конечно, шикарные тут были. Сейчас, значит, с такой, с белым, с гребешком, вообще красота. Ну вот как-то так, ребята. Поэтому вот такая глубина, друзья. Сейчас буду выходить, показывать, как обратно. Да, единственное, чуть-чуть есть. Как порожек такой из камней. Да, неаккуратно. Соответственно, чуть-чуть просто это надо преодолеть. Вот на камень можно встать, и вы видите сразу, какая глубина. Вот так вот, друзья. А мы не прощаемся, еще видео будут, поэтому оставайтесь с нами, подписываемся, ставим палец вверх или вниз, кому как понравится. Ну и до встречи, друзья.